Во вторник в Самарской области жара немного спадет. Днем плюс 26, плюс 29, ночью 16-18, выше 0. Будет ясно и малооблачно, без осадков. Ветер юго-западного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 26 градусов в дневное время, ночью 18 выше 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 27 градусов тепла, ночью плюс 18. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%, температура воды в реке Волга 13 градусов, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.